Всем привет! Меня зовут Полина Каминская. Это открытый урок на краевом телеканале «Енисей». Классно, что ты с нами! Сегодня у нас все плотно. Тем много, все интересные, так что начнем. Детям в любом возрасте очень важен комфорт при обучении. Это касается даже самых-самых маленьких. Более того, в детском саду как раз закладывается отношение к учебе. В одном из красноярских детских садов придумали очень интересную форму работы с детьми. Разновозрастные группы по семейному типу. Все подробности прямо сейчас. Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте! Девчонки и мальчишки! А вы как в лес попали? Гуляли? Ни дня без веселой задумки, ни минуты без образовательной игры. Сегодня в Красноярском детском саду номер 91 квест. Во время путешествия по территории, она же лесная чаща, ребята знакомятся с удивительными животными. Умным ежиком, прытким зайчишкой и сильным медведем. Он знает все о том, как быть ловким, умелым и здоровым. Секрет – ежедневная зарядка. Чем дальше в лес, тем интереснее. Вот дети подошли к поляне, а там сюрприз. Старшие помощники удивляют малышей чудесными поделками. Птицами счастья, которые исполняют любые желания. Чем длиннее хвост, тем больше можно намечтать. Каждый старается сделать самую красивую, самую волшебную пернатую исполнительницу желаний. Пока мамы и ребятишки заняты рукодельем, папы показывают мастер-класс по сбору грибов. Чего только не найдешь на детсадовской полянке. Подорожник. Одна из форм сотрудничества между родителями, педагогами, детьми – это в нашей группе родительский клуб. Вот, например, как сегодня, да, вот мы, понятно, что мы все работаем, но мы пришли совместно с ребятишками, пособирали грибы. Например, на следующей неделе можно собраться на какие-то спортивные мероприятия, а может просто посидеть за круглым столом, за кружкой чая. Кстати, в этот раз чай тоже был. Вкусный и полезный шиповник для каждого гостя семейной площадки заварили работники детсада. А еще дали несколько советов по заготовке лекарственных трав. А мы с семьей собирали вот цветочки, чтобы их сушить и зимой заваривать деткам. Подскажите нам еще, как вот правильно их? Может, мы что-то не так делаем? Ну, вы сделали все правильно. Цветы вы высушили очень хорошо. Календула, тысячелистник, ромашка. Ох, и вкусный чаек получится. Плотное взаимодействие с мамами и папами – давняя традиция детского сада номер 91. К слову, и разновозрастная группа появилась здесь по их же инициативе. Здесь есть очень много плюсов, когда по семейному принципу создана разновозрастная группа. То есть старшие, младшие детки учатся у старших чему-то. Старшие, когда сегодня дети в основном находятся по одному в семье, учатся ухаживать за маленькими, эмпатия развивается. И происходит косвенное обучение этих возрастов. На сегодня группа действует уже год и успешно. В детском саду говорят, мы воспитываем не только ребятишек, но и немножко родителей. Сейчас в разновозрастную группу ходят 30 дошколят от 3 до 6,5 лет. Но успех заразителен, так что, возможно, таких групп станет больше. Ну а сейчас нас ждет погружение в мир науки и почти магии, потому что то, что творит наш научный консультант Андрей, по-другому и не назвать. Все о реактивной тяге и о том, почему она вообще так называется, в сюжете далее. Сегодня мы в несколько необычном месте, мне понадобился именно большой зал, мне понадобился вот такой скейт и мне понадобилась вот такая штука. Я думаю, многие с ней знакомы и видели, по крайней мере, в магазинах. По крайней мере, уж принцип действия это точно знают. Работает эта штука очень просто. Включаем, и из нее вырывается поток воздуха со скоростью 120 км в час. Что можно сделать при помощи этих двух вещей? Сейчас покажу. А ты знаешь, что первый скейтборд, или иначе роликовая доска, впервые появилась в конце 30-х годов 20 века? Имя изобретателя доподлинно неизвестно, но говорят, что первыми на досках с роликами стали кататься калифорнийские серферы, которые скучали без волн в период затишья на море. С тех пор скейтбординг стал настолько популярен, что в 2020 году Международный олимпийский комитет включил скейтбординг в программу летней олимпиады в Токио. Реактивная сила – это сила, которая возникает, когда берем какое-то тело, в данном случае это будет воздух, и начинаем его от себя отбрасывать.
Как нетрудно было заметить, скорость постоянно увеличилась. Ну, это логично. Мы знаем, что сила – это масса, умноженная на ускорение. То есть при постоянной массе, если мы будем действовать на какое-то тело постоянной силой, то его скорость будет постоянно изменяться. То есть ускорение будет постоянным. И можно, в принципе, даже было разогнаться, но мне помешали стены. Мы сейчас увидели в действии второй закон динамики Рене Декарта. Это вот этот дяденька. Его портрет вы наверняка не раз видели в школе. Еще одна замечательная вещь, которую можно провернуть с тем же самым агрегатом, но уже несколько с другим устройством, которое называется скамья Жуковского. На самом-то деле предназначен для другого. Внимание, вопрос. Для какого опыта используется приспособление под названием скамья Жуковского? Звоните по телефону 233-0403. Небольшой, но приятный приз гарантирован. В случае, если вектор действия силы проходит через центр масс, то тело начинает двигаться так, как вы только что уже увидели. Но если вектор действия этой силы будет проходить уже не через центр масс, то начнется движение не поступательное, а вращательное. Примерно вот так. Вот такую большую скорость можно развивать, и я остановился, собственно, потому что уже побоялся упасть. Все это демонстрирует нам принципы реактивного движения. А где в природе встречается такое явление? Принципы реактивного движения используют, например, каракатицы. Правда, используют они для этого не газ, а воду, но чем богаты, тем и рады. Спасибо, Андрей, за интересный, эффектный опыт. Увидимся и похимичим. Кто не любит роботов? Что ни говори, они классные. Много что умеют, никогда не устают, и помощники хоть куда. Целый сюжет о роботах сняли наши коллеги из студенческого телевидения Педагогического университета Life Media. Ну что, коллеги, жгите. Первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. И мы сейчас посмотрим, что такое робополис. Давай 5. И решили объединить все самое лучшее в одном месте и добавить как можно больше интерактива. Можно поуправлять роботами, повзаимодействовать, поиграть с ними, даже поговорить, потанцевать. Сальса, румба, R&B. Роботы любят R&B. Роботы – это тот же самый компьютер, и благодаря специальным алгоритмам, нейронным сетям, они обрабатывают информацию и выдают релевантные решения. Роботов строят инженеры, как российские, так и зарубежные. Сейчас робототехника – это новый тренд. В будущем, я надеюсь, наши дети будут тоже заниматься робототехникой. Это вы управляете? Он сам это делает сейчас? Он сам делает. Как он это делает? С помощью мощных сервоприводов, которыми он оборудован. Они исполняют роль суставов, он может повторить точность движения человека. Программируется с помощью мобильного приложения, имеет неограниченный потенциал. А если я его уроню, что мне за это будет? Ну, вам ничего, но мне будет очень плохо. Dream with robots. То есть мечтайте вместе с роботами. Вы мечтаете вместе с роботами? Конечно. Как думаете, роботы болеют? Да, я думаю, болеют. Могут сломаться, у них там вирус может завестись. Вирус у роботов? Серьезно? У роботов может завестись вирус? Ну, вообще, да. Конкретно этот не могу знать, потому что это R2-D2, он все вирусы обычно побеждает. Итак, это огражденное помещение. Мальчики, привет! Что запускаете? Мы запускаем квадрокоптеры. Сколько будет 2 плюс 2? Калькулятором я подрабатываю в другой день. А какого цвета у тебя глаза, Кики? Самые красивые на свете после твоих. Адьос. Адьос. Кики, пока. Красноярск станет столицей Всемирной студенческой универсиады только в 2019 году. Однако жители края уже сегодня доказывают, со спортом они на «ты». Мероприятия по поддержанию здорового и активного образа жизни проходят на территории региона практически каждый день. Но есть среди них те, которые хочется отметить особенно. Например, детский праздник спорта в Шушинском детском саду «Звездочка». Это было классно. О, спорт! Ты мир!
Задорные возгласы, динамичная музыка и детский смех привлекают гостей издалека. Спортивный фестиваль в Шушенском детском саду номер 4 «Звездочка» сразу получил статус открытого и массового. Пройти по звездному пути к здоровью, так называется праздник, решили десятки горожан. Цель – это пропаганда здорового образа жизни среди семей. То есть это привитие различных навыков не только детям, но также их родителям, потому что из семьи же все идет, и поэтому мы работаем именно на семью. А семья работает на успех. Участникам фестиваля нужно побороться за пьедестал сразу в нескольких видах программы. Есть творческая часть с рисованием и песочной композицией, а есть и спортивный блок. Здесь дружные команды ждет эстафета, гиревой спорт, вольная борьба и шахматы. На каждом из пунктов нужно получить отметку в путевом листе. Вот в соревнования вступает и семья Глинчиковых. Ну-ка, что там? Ничего себе! Это нам задание дали. Совсем неправда говорят, что невестка и свекровь – это какие-то противоположности, и они должны все время спорить и соревноваться. Да, соревноваться, но только в одной команде, потому что мы банда, и мы всех победим, потому что мы команда «Быстрые кеды». И наш девиз «На свете не было и нет быстрей команды быстрых кед». Соревнования подобраны для всех и каждого. Мамы облюбовали локацию с игрой в резиночку. Говорят, будто вернулись в школьную юность. По высоте там усложнение, шире уже было. Вот это помнит до сих пор уже. Ну, много лет не прыгала. А скажите, в школе учились, увлекались, да? Такой? Да, зимой и летом. Дома на стульях резинку, летом с подружками. Тем временем на борцовском ковре малыши атакуют настоящего борца-вольника. Вот-вот уложат на лопатки. Если почаще такие мероприятия будут проводиться, я думаю, рады будут не только дети, но и родители, потому что... Все в зоне досягаемости, все приемлемо, интересно, живо. Интересно и живо сейчас и на этой локации. Впечатление от первой поездки на лошади масса. А вот здесь тоже люди и тоже кони. Пусть это всего лишь шахматные фигуры, однако страсти кипят нешуточные. И сейчас даже он у нас выступает за папу Петровых. И сейчас сказали, что ему нужно выписать грамоту. Он сейчас в начале игры поставил то ли мат, то ли шах чемпиону. Какому-то чемпиону по шахматам. И это верный путь. Ну а всем остальным остается только ждать следующего года, ведь семейно-спортивная спартакиада детсада номер 4 уже обещает стать традиционной. Физкульт-привет из Шушенского. На этом у нас все, но не забывай, мы ждем твоих историй о том, как ты классно проводишь это лето. Адреса нашей редакции в соцсетях ты видишь на экране прямо сейчас. Звони и пиши. Хорошего настроения тебе и нескучных новостей каждый день.